он мне нравился, не можно было реально пройти через месиво, через все. Труборезом там, кстати, может труборез... Да, кстати, я тоже подумал об этом, можно труборез взять. Слушайте, а почему я не взял? Реально, труборез. Труборез точно для ближних дистанций. Но в винтовке очень мало патронов, я не знаю, как тут тупо стало прокачивать. Я хочу, чтобы... Ну что это такое 32 патрона? Ну это бред. Как можно качнуть так, чтобы было... И там плюс 5 обоймы, плюс 10 обоймы, то есть потихоньку, а то тупо как все стало. Не разбираюсь я немного. Бесит. Так, это что? Та-дам. Пять. Ой, ёкарный. Мразь какая, посмотрите. Ну. Давайте. Я жду. Я жду вас. Ребятушки, он ползет. Самоубийца. О, на это вот это сейчас попробуем. Чё? Чё это вообще такое? Куда она улетает? Куда улетает мой патрон? Да блин. Короче, горнопушки одни. Патрон немерено на них надо. Давай, утихай музыку. Ну хоть что-то. Давай. Поищи хоть что-нибудь, а то что-то вообще фигово. Опять этот гель. 25. Че, бежим дальше. Так. Чем побежим? Вот с этим. Попробуем изучить эту пушку. Факт. Isaac, as you can personally attest, man is naturally compelled to create red markers, duplicates made in the image of the original. They are as much a part of us as the planet that birthed us. Perhaps even more so. We must all act our part in the natural evolution of the universe, Isaac. Something you seem rather reluctant to accept. Пошел в жопу. Сектант. Фанатик. Ну и нахрена мне вот эти улучшения, вот я не понимаю. Они все равно хреновые. Ларин, замечательно. Давай посмотрим, что там. Мало, мало, мало. Плохо работает. За что я тебе плачу? Так, новое. Что у нас новое? Что-то новое. Вот как? Вот я не понимаю. Вот давай. Я хочу вот сюда. Я хочу вот сюда вместить обойму, чтобы прям вот до хрена. Вот давайте вот смотрим. Обойма. Нет обоймы. Замечательно. Урон. Давайте так. Так, темп стрельбы. Обоим вообще нигде нет. Ладно, давайте думать дальше. Что у нас тут? Так. Вот здесь, по чертежам. Я хочу, например, вот вместо, допустим, нижнего. Вариант нижнего блока. Вариатор, причем. Что бы это значило? Хрен знает вообще, что это значит. Стандартный вариант.
Скилорез. Ну и чё? А, то есть мы можем и не тратить ресурсы на чертежи, я так понял, да? То есть мы можем сами создавать бесплатно. Например, я сейчас бесплатно же создаю. Да. А я что-то тупанул. Так, а вот, например, верхний блок. Что мы можем сюда? Да, смотрите, все бесплатно, я тупил. Так, плазморез, пилорез, метрический зонт, излучатель Теслы. Ну, давайте. А, вот надо создавать. Это нам не надо. Вот, метрический зонт, давайте. Замечательно. Попробуем. Что у нас вышло? Ну-ка. О, это другое дело. Вот это реально для ближних. А, метрический зонт немного отличается. Но вот эта тема с труборезом, мне кажется, если это по одному патрону, то это очень круто. Так, а что это у нас за кладезь? Ключ отсека утилизации. Бонус миссия. Нужен прессионный вал. Подожди, а тап. Бонус миссии у нас очень много. О, лазер. Какая-то тема интересная. Ну давай. А, понял. Ну, по сути, не сложно. Наверное. Только назад, наверное, будем возвращаться, жопа какая-нибудь будет. Почему-то такое чувство. Давай тебя тут оставим. Подожди, еще один станок? А, нет. Может, где-то на станке. Че, они там дохнут, нет? А, ну давайте, я вас жду, ребят. Ах ты мразь. А че это они, офигевшие, что ли? Ой-ой-ой, это что еще такое? А мы можем электрический зонт тот, наверное, поставить. Хотя вряд ли. Что тут следует? Ничего не выпадает, что ли? Вот тварь. А, вон там что-то выпало. О, стазис. Все, мы включили. Сразу туда кинем. И погнали. Так, теперь сюда. Раскрепись. Скрестись. О, этот лазер нас сразу прибьет, интересно. Это же такие умные вылезы. Да, скоро буду. Это как сказать. Еще неизвестно, что нас там ждет. О, опять что-то сюда засунули. Или я пропустил. И образователь. Так, ну что, приготовьтесь увидеть. Ой, бляха, муха. Давай, меси. Ребят, если человека болгаркой замесить, как вы думаете, вот он... Вот сможет вообще жить? Вот я тоже не понимаю, что у них там за супер броня. Так. На этой штуке мы сможем сэкономить, мне кажется, много ресурсов. Вот это наконец-то вроде более-менее что-то нормально. Но низкоскорострельный зонт. Кстати, мы его даже не улучшили. Я весь титан очистил от некроморфов. Один. А ты? Ну, ты можешь заткнуться. Я тебе разрешаю. Так, бот сейчас сразу глянем. Быстренько качнем нашу пушку новую, нашу пушку. А метрический зонт, его нельзя вот этот вот улучшить, который у нас в сейфе. Так, модификация. Ой, а я же модифицировал все, да? Точно. Ну, к верхней...
к зонду. По-моему, не хватает. Так, это что? Это темп стрельбы. Два темп. Да, оно и стоит. А, нет, два темп. Вот. Вот это мне идет. Два. Плюс. Что я сделал сейчас, кстати? Что это я забыл? Два темпа плюс один темп стрельбы. А, нет, перезарядка плюс темп стрельбы. Перезарядка. А здесь. А здесь два урона плюс темп стрельбы. Два обойма минус перезарядка. Нет, это нас нет, не надо. Темп стрельбы, перезарядка. Вот, два урона мне тоже. Темп стрельбы. Так, два урона плюс перезарядка. Урон плюс. А темп стрельбы почему нету? Ну ладно, тогда давайте. Вот это. Все. Эх, верстак, сколько я с тобой уже намучился. Да. Ну да, другого пути нет. Я думал, слева что ли дверь какая еще есть. Та-дам. Хотя бы примерно в какую сторону бежать, чтобы знать. Артефакт. Так, ну здесь пишут, что... Что-то интересное. Так, а мне показалось, тут что-то мигало, нет? Ой, прям зима так напоминает. Я что-то пропустил или... Так, ну мы чисто назад или каким-то другим путем будем идти, нет? Не знаете? Да, перезарядишься сразу. Да, мы идем тут точно назад. Но тут другого пути нет. Элли, как мы знаем, что это будет работать? Did you find out how they make a codex from all this? Yeah. It looks like they use magnetomic forensic neurology, which produces a data stream stored in the codex. It's like they lifted the codes of the machine right out of her brain. Well, that sounds familiar. At least they didn't poke her eye out. I'll be there soon. Ха, да, Айзек. Тебе-то досталось в предыдущей части. Куда нам там бежать-то, если что, направо, да? А там что, бонус миссия? Да, мы ботов как-то это... Я нестандартно выпускаю. Все время поодиночке ходят. Надо прям вместе всех троих сразу выпустить и потом собрать их. И так постоянно делать. Ну да, это легко сказать. Так, туда не пойдем лучше. А нам туда и не надо. Здесь у нас открывается дверка. As you recklessly pursue your own destruction. Were it not for the tampering of Earth Garvel, these long dead researchers or you, humanity would have endlessly transcended to our ultimate end, our predestined. Now, what purpose does all this conversation have served? The next time we see each other, I shall be in the face. Знаешь, мне кажется, это я тебе пущу кусок плазмы в тебя. Давайте. Собрать розет на столе для образцов. Что с этим делать? Ну да, мне как всегда разбираться. Что ты идешь? Ты так и стоял. Так, а что надо сделать? Собрать что-то? Каким образом? Я не догоняю. А, вот. Okay. So, what part is the head? Правильной последовательности, что ли, или что? А, понял. All right, that looks like a
sort of. All right, it's just a blob, whatever. How are we supposed to piece this thing together? There must be a trick to it. Зашибись, хитрость. Ну хрен я должен думать, что за хитрость. Ну. Ну тут вот. Вот это типа позвоночника, да? Так, давайте сразу все осмотрим здесь. На всякий случай. Так. Мне по-прежнему сюда. Да, очень сложно, по мне как. Первый взгляд. Давайте думать. Так, вот там ничего у нас не написано на них. Да нет, наверное. Так. Так, 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 хорошо. Смотрим. Ой, блин. Так, ну это вот что-то непонятное. Ну там я вижу у них оторванные органы. Давайте оторванные части давайте прикреплять потихоньку. Блин, не пойму как. Да, куда-нибудь. Окей. I think I see something forming here. Yeah? Are we getting close? It's hard to tell, but the outline is coming together. Ты шутишь? Да, зашибись. Так. Вот тут большой кусок. Он должен быть где-то здесь. Это не он? Так. Ну это что-то типа концовки, да? Овальной формы. Где у нас овальная? Одна. Один кусок овальный. Вот это что ли? Да. Да что ты делаешь? Что ты делаешь? Я вот... А, и нельзя. Значит, или можно, фиг знает, ну-ка. Да, и нельзя, наверное. Теперь что, вот это давайте. Ну что, похоже, нет? Не, ну в принципе, да. Если пофантазировать, то похоже. Ну как? Не то, вообще то почти. Так, с этим что делать? С этим не похоже, не похоже. Блин, глаза сломаешь, как-то напрягаются прям. Так, три штуки. Айзек, ты бы отошел. Ладно. Так, одна наверху. Так, не, ну здесь вот, в принципе, что-то уже есть. Вот тут концовка, да? Вот она вот так вот растет. Раз, раз. И дальше вот... Дальше что-то. А, вот это вот должно быть вот здесь. Это точно. Ну, как по мне кажется. Только вопрос, вот это должна быть ли здесь? Давайте с этим сейчас разберемся. Так, 4. О, отростка, значит. Сюда. О, нормально. Да, какой же все-таки крутой. Так, ладно. Что нам там нажать? Что-то надо. Или. А, да, нажать. Наверное. Или нет? So now what? There must be an activation switch somewhere. А, ты типа мне напоминаешь, что я долго искал, да? Well, here she is. Meet Rosetta. Сейчас эта штука оживет. She doesn't have a face. It's not even a she.
It's an it. Rosetta's an alien. Alien? What does that mean? А что, на человека, что ли, похоже? They used an alien brain to unlock the secrets of the alien machine. It's clever. All right, let's see what happens when we activate it. This could get a little weird. Fingers crossed. Отлично. Главное, чтобы не сейчас опять не было, как во второй части в конце. Это сумасшествие. Пока ничего не понятно, вроде бы. Нейроны. Это понятно. Oh no. No, we've got it all wrong. This isn't the marker homeworld. The aliens, they found the markers just like us, and it spread. It consumed them. It pulled their bodies into the sky to form the final stage. А, луна. Я и смотрю, на луну похоже. Разрушенную. The moon. The moon is the source of the marker signal, not the machine. The moon is convergence. The aliens, they built the machine to freeze the planet, to keep the moon from becoming whole. If the machine shuts down, everything thaws, and convergence has resumed, not just here, but everywhere the markers have spread. And this is... Here's the key. Turning it all off. Thank you for doing all the heavy lifting. No! It will home in on Earth's markers and hunt us down. You don't understand what you're doing. Oh, I misunderstood initially, that's true, but it's all quite clear to me now. It's not only mankind's tampering which has hindered our glorious rebirth, but this alien machine as well. Stay away from that machine, Danek. No. And now that I have this, I'll be able to turn it off. The natives of this planet chose death over evolution. Now I'll make sure humanity doesn't make the same mistake. We will all of us be made whole. Well, come on, kill them!